Хотите загадку? Витамин от старости, он любимец бабушки. Кожура в пупырышках, фрак зеленый в вышивках. Догадались, что это? Ну, конечно, это огурец. И сегодня мы разберем с вами 13 необычных свойств этого знакомого всем овоща, о которых многие даже не подозревают. Огурец содержит все необходимые человеку витамины В1, В2, В3, В5, В6, витамин С, фолиевую кислоту, железо, кальций, фосфор, магний, калий, цинк. Ух, сколько всего содержится в таком маленьком овоще. Огурцы содержат витамины и вещества, препятствующие головным болям. Достаточно лишь съедать на ночь несколько ломтиков огурца, чтобы гарантированно просыпаться бодрым и отдохнувшим. Благодаря повышенному содержанию калия и мочегонным свойствам, а также положительному влиянию на почки, печень, поджелудочную железу и другие органы, огурцы снижают кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Свежие огурцы также содержат диоксид кремния. Это минеральное вещество способствует выработке коллагена в организме, благодаря которому волосы остаются здоровыми и крепкими. Для приготовления состава для волос возьмите одно сырое яйцо, один измельченный огурец и 2 столовые ложки оливкового масла. И тщательно все это перемешайте. Нанесите смесь на волосы на 10 минут, а затем смойте теплой водой и шампунем. Уверена, ваши волосы скажут вам огромное спасибо. Чувствуете усталость во второй половине дня? Вряд ли вам помогут напитки с кофеином. Для восстановления сил вам нужен продукт, который содержит витамины группы В и углеводы. А все витамины группы В содержатся как раз в огурцах. Но оказывается, огурец содержит и углеводы. Поэтому достаточно съесть один огурец, и ваши силы к вам вернутся. А вот рецепт огуречного лимонада. Возьмите один очищенный и нарезанный огурец, один лимон и 1 литр воды. Влейте воду в глубокую емкость, добавьте нарезанный огурец и измельчите блендером. Затем процедите массу, добавьте туда сахар и лимонный сок. Вы добавить это можете по вкусу, как вам нравится. Но подавайте обязательно со льдом. В жаркий день это будет просто замечательно. Вам надоело вытирать запотевшее зеркало в ванной после принятия душа? Тогда перед принятием ванны смажьте зеркало кружочком огурца. Вот увидите, оно не запотеет, и в ванной будет стоять приятный огуречный запах. Если ваш сад часто посещают вредные насекомые, положите кружочки огурца в одноразовую алюминиевую посуду. Соединение огурца с алюминием вызовет химическую реакцию, в результате которой появится запах, который не чувствует человек, но для насекомых он просто невыносим. Вы собрались идти в бассейн, но стесняетесь целлюлита на ногах?
Тогда возьмите один или два кружочка огурца и смажьте проблемные места. Огурец обладает косметическими свойствами стягивать кожу, но делает он это только на некоторое время. Кстати, морщины на лице также разглаживаются с помощью огурца, и на какое-то время кожа становится более упругой. Вы выпили алкогольный напиток, и у вас сильно заболела голова. Что же делать? Во-первых, не пейте больше. Пусть последняя выпитая вами рюмка станет на самом деле последней. Во всяком случае, на сегодня. А во-вторых, съешьте огурец и идите спать. А утром вы проснетесь свежими, без головной боли. Почему так происходит? Да все очень просто. Огурец содержит и сахар, и электролит, которые вместе с витамином В регулируют обмен веществ, нарушенный принятием алкоголя и вызвавшим эту самую головную боль. Вы хотите избавиться от вредной привычки перекусывать перед сном? Огурцы сослужили добрую службу путешественникам, охотникам и корабейникам, которым нужна была полноценная пища на скорую руку. Так что запаситесь тазиком с огурцами, и вы сможете провести вечер, не бегая к холодильнику. Вам предстоит важная встреча, но вы не успеваете начистить обувь. Возьмите тот же самый кружочек огурца и пройдитесь им по поверхности обуви всего лишь один раз. Ботинки тут же заблестят, как новые. Кроме того, огурец содержит водоустойчивые вещества, и в случае дождя ноги не промокнут. Двери скрипят, вызывая у вас дрожь? А ничего похожего на смазывающую жидкость в доме не наблюдается? И снова на помощь придет зеленый спаситель. Нужно всего лишь смазать им старые петли, и скрипы больше вас не побеспокоят. Вы волнуетесь перед экзаменом или перед важной встречей? Возьмите огурец. Порежьте его кружочками, вылейте на него кипяток и подышите над парами. Вы сразу же успокоитесь, и не нужно будет тратиться на дорогостоящие успокоительные микстуры. У вас неприятный запах изо рта? Возьмите дольку огурца и пожуйте ее в течение 30 секунд. Запах исчезнет. Попробуйте, эффект вас очень удивит. Краны и газовая плита нуждаются в чистке? Возьмите дольку огурца и протрите нужное место несколько раз. Поверхность заблестит, как новая. А кроме того, ваши руки и ногти соприкоснутся с природным материалом, а не с химией. Вы написали что-то ручкой и ошиблись? Возьмите шкурку огурца и осторожно сотрите ненужную букву. Огурец может стереть даже фломастер. Как видите, возможности огурцов не ограничиваются банальностями вроде салатов или маринадов. Это очень полезный и многосторонний овощ, универсальный помощник и лекарство.